Молодые, позитивные, креативные, а главное, талантливые. Именно так можно назвать участников конкурса юных модельеров «Модный перекресток», который объединил школьников из 18 учреждений образования нашего города. В этом году количество номинаций было расширено, что дало возможность каждому проявить себя. Мы решили поменять немножко формат, расширить количество номинаций конкурсных, дать возможность детям поучаствовать не только в показе коллекции, но и в конкурсе фотографий, в конкурсе эскизных проектов, где они сегодня уже показали свои идеи для жюри, и очень интересно проходило обсуждение вот именно детских идей, как они видят саму идею коллекции, ее воплощение в будущем. Форсаж, Круэлла, Аквамарин, Азбука букета. И это еще далеко не полный список названий коллекции, которые были представлены на модном показе. Участники приложили все усилия и придумали весьма интересные разнообразные костюмы, которые не могли оставить равнодушными жюри и зрителей. Каждая коллекция имела свою изюминку и отличалась оригинальностью. Мы представляем коллекцию под названием «Форсаж», которая готовилась очень долго. Мы с ней выступаем уже третий раз. Один из разов был это на Дне города, нас пригласили, единственную школу. Работа была очень трудная, долгая. Она «Форсаж» своеобразное показывание человеку, что это какой-то вызов обществу. В общем, очень классная коллекция, очень нравится. Аквамарин – камень с душой и частицей моря, является воплощением чистой истинной любви. Так говорили когда-то о самоцвете греки и французы. А сейчас имя этого красивого камня стало названием коллекции, представленной в небесно-голубых оттенках, что стало ее главной изюминкой и придало немного волшебства и романтики. Наша коллекция называется «Аквамарин». У нас вот цвета. Ну, мы все волнуемся, но в приятном волнении, думаем, что все будет хорошо. Эмоции очень положительные, мы впервые здесь выступаем. У нас очень творческая школа, поэтому это что-то новое, и мы хотим это пробовать всегда. У нас у всех такие вот голубой с зеленым, у нас цветочки у всех. Все создавали сами, вообще по мелочам, все как надо. Я решила пойти на этот конкурс, потому что я люблю шить, и нам предложили в школе пошить коллекцию и потом показывать ее на разных выступлениях. Я согласилась и надеюсь, что мы будем показывать эту коллекцию еще много на разных конкурсах. В каждой из номинаций участники старались проявить себя и с достоинством представить свое учебное заведение. Однако по результатам конкурса победителями в номинации «Показ коллекции. Главная деталь» стали учащиеся школы номер 8 имени Героя Беларуси Владимира Корвата. Они завоевали диплом первой степени за показ коллекции «Форсаж». Дипломом второй степени награждена Званько Владислава, учащаяся школы номер 20 имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева за коллекцию «Круэлла». А почетное третье место у учащихся средней школы номер 12 имени Константина Губаревича, которые представили коллекцию «Аквамарин». Поздравляем победителей!